Дизель Шоу повертається з новими жартами, піснями та номерами. Перший великий концерт у Києві 26 лютого, 19:00, Палац Україна. Квитки на сайті dieselshow.com та контрамарка.ua. Блін, відкривайте уже, ну! Іду. Ого! Ну, відкривайте. Да вы купальники покажите, тогда открою. О-о-о. Так, вижу. Девушка, не вижу. Ага. Знаете, я это все задокументирую. Блин, вы же сказали, что мы покажем, вы откроете. Сказал, открою в 10:00. Боже мой, что это за несчастье? Девушка, может, вам скорую вызвать? Нет, спасибо, я просто сапогами со скидкой пришла. А что, вот так вот можно было? Ну, конечно, можно было прийти и здесь переодеться. Вам что, не сказали? Вот Светка сказала, чтоб я вот так вот сразу ехала, а я из Боярки на двух маршрутках сюда пёрлась. О, срамота какая! Ради каких-то скидок готовы в трусах стоять тут. Мужчина, а можно я вот так в акции поучаствую? Да ладно. Женщина, вы застегнитесь и могли хотя бы купальник одеть. Я купальник надевала 5 лет назад, когда отдыхала у подружки в Бердянске. И что? Ничего, он рэпнул. Такой волны Азовское море не видала давно. От проститутки. Такой мороз они без шапки. Бабушка, а мы сюда пришли на акцию. Приди в купальник и получи скидку. Ух, вот бы Облэнерго такие акции проводила. Бабуль, Облэнерго такие акции не проводит, чтоб на твою курагу не сотреть. А ты меня своими синими баклажанами не пугай. Я такими огурцами пуганая. А, горячий, тепленький. Мужчина, пустите, пожалуйста, тут так холодно. А ты зяблик грудь покажи, тогда пущу. Я могу. Не надо! А, это только для нее акция. Блин, жалко, что нас мало. На Черной пятнице людей было больше. Так мы выбили дверь и все. Точно, точно. Бабуль, ты тоже ходила на Черную пятницу? Да, будь она неладная. Я в эту Черную пятницу все свои деньги на черный день профукала. Вот гады, что ж они проводят акции в купальниках зимой? Да потому что они думают, что никто не придет. А тут хрен вам, открой! Еще 7 минут. Да, за 7 минут в моем возрасте что угодно произойти может. Так, добрый день, девушки. А что это у вас тут за митинг? Так вы что, фемен, что ли? А что такое фемен? Ну, это те, кто грудь показывает в знак протеста. А, нет. Мы пришли на акцию. Приди в купальники, получи скидку. А вот эта вот бабенка точно фемен. Так, добрый день. Добрый. А что вы тут делаете? А я тоже на акцию. Да, да. Где же ваш купальник? Он на мне. Хочешь поискать? Мы уже уходим. Извините, Чумаченко, пошли. Подожди. Тут такое дело, понимаешь, я сегодня вот совершенно случайно... Купальник одела. Ты,
Чего делаешь? Мы же на работе. А у меня тут важное задание. Какое задание, Чумаченко? Следить за порядком в очереди. А ну тебя, следи. Какие хоть сегодня скидки? До 80%. А от чего зависит, а? Зависит от размера груди. У кого грудь больше, у того скидка больше. Вот у меня будет 80%. У нее 50, у тебя 20. А тебе, деточка, придется доплатить. Нет, это просто тут холодно и скидка маленькая. А там внутри у меня скидка как вырастет. А у меня какая скидка? Бабуль, у тебя не скидка. У тебя льготы, как в Собесе. Ага, в Собесе, в Собесе. Все там будете. Значит так, девочки, я кое-что придумала. Открывайте, у нас здесь полиция! Ну чё вы опять шумите? Открывайте, тут полиция! Я из полиции, впустите меня! Смотрю, полицию совсем финансировать перестали. Голи-боси при часах. Так что, вы ее не пустите? Ну, пущу, пусть она покажет ордер. Я могу показать. Не надо. Ага. Я орден могу показать. Я помню, как мне его на грудь вешали. Вот орден, тут. О, боже. Тут. Если вы ее не пустите, она вас арестует. А, хотел бы посмотреть, откуда она наручники достанет. Ладно, девочки. Значит, у меня стратегия такая. Я вбегаю в магазин, хватаю все, что попадается под руку, а мерить уже буду дома. Да. А я больше такого не делаю. После последнего раза, когда притащила домой чужую собаку и крышку от унитаза. Них холодно же ей. Я думаю, нет, смотри, какие у нее теплодуйки. О, видать, кошелек забыла. И, видать, в тюряге не сидела. Деньги-то по-всякому прятать можно. А вы не знаете, это акция. Она на вот этот новый айфон тоже действует, а? Я не знаю, мне мой айфон бесплатно достался. Насос. Думаю, да. Насобирала, я имела в виду. Ну, можно и так сказать. А в каком торговом центре? Это была частная акция, да. В частном доме. Здрасте, женщины. Сегодня акция. Тут, да? Да, ну просто по акции вы должны были в купальнике прийти. Я в курсе. Охрана! Охрана! Иду. Что, зяблик надумал показывать? Ты извращенец! Че это я извращенец? Так откуда вот... вы знаете? Вон он, извращенец, вон он! Да что, нормально, что? Мужик, ты в парк иди свое хозяйство показывай, я сейчас полицию вызову. Так я тут уже. Какая полиция? Вы все неправильно поняли. Жена просто пришла, отложила сапоги, а сегодня заболела. Вот я пришел забрать со скидкой. Ой, это ж как надо жену свою любить, чтобы такое одеть. Да не, ну, вы не понимаете. Просто если я возьму эти сапоги со скидкой... Стринги жены просто жмут. Так вот, если со скидкой возьму, тогда я смогу на сэкономленный спиннинг купить. Ага. А, ну если спиннинг, тогда понимаю. Слушайте, а как вы узнали, что она именно сапоги хочет? Так она меня во время секса 2 раза сапогами назвала. Ну пустите нас, мужчина, ну пожалуйста. Еще 3 минуты. Эх, была не была. Хавайся, кто может! Бабуля, не надо, я этого не вынесу. Все, ладно, открываю, предупреждаю, напоминаю, вход
Только в купальниках. Женщина, вы можете не раздеваться. Извини, мальчик, извини, мальчик. Стойте, стойте, бабы, стойте. Ну, раз никого нет, начинается акция «Приди в пальто и уйди со всей одеждой на халяву». Пап, ну мы идем? Подожди, сынок, еще 5 женских минут. А это сколько? О, сынок, этого никто не знает, сколько это. Вик, ты скоро там? Сейчас брови докрашу. А это значит скоро? Это по-прежнему 5 женских минут. Вика, я гараж быстрее покрасил, чем ты брови. Ну, как тебе мое платье? А? Ты сейчас издеваешься, что ли? Что? Ты же это платье первое надела. Сказала, что оно тебя полнит. Следующее тебя стесняло в движениях. Потом следующее было не в цвет. Так что, полнит? Пойти переодеть? Не надо. Ты очень классно выглядишь, да? В этом платье. Супер, а все. А ты что одел, показывай. Рубашку. Ну, показывай какую. Да обычную рубашку. Показывай, говорю. А, кошмар. Вот, пожалуйста. Нет, Саша, ты в это не поедешь. Почему? Потому что ты поедешь в золотистой рубашке. Потому что мы едем праздновать Новый год с желтой собаки. Такое ощущение, что мы во дворе с собаками Новый год будем отмечать. Подожди, стоп. А откуда у меня золотистая рубашка? Точно, у тебя такой нет. А желтая что-то есть? Есть. Ну? Пятно на майке от пива. Ладно, едь в этой. Все, отлично. Все, обувайся. Сейчас. Саша! А, что? Ну что это такое? Почему у тебя дырка вон на носке? Да ничего страшного, я пальцем так прижму, да и все, не видно будет. Все, снимай, я сейчас зашью. Где мои нитки? Да не надо ничего зашивать, не надо. Я новый одену, господи. Новый одену? Да, новый одену. Так, эти дырявые. Ты дырявые. О, почти новый. Сверху одену, так не видно будет. О! Саша! Что? Ты не пойдешь в разных носках. Какая разница, они оба черные, ну? Но они разные! Это только ты знаешь, что они разные. Ай, ладно! Сейчас. О, Гашенки звонят. Алло, да, Жек! Да, Жек, привет! Да, вот сейчас едем к тебе, вышли уже, в такси садимся. А ну, Леш, давай это, машинку сделай. Да, на Део Лана съедем, ага. Да, все, давай, пока, ждите. Все, Леш, заглохни. Блин. Что? Что? Оливье забыла. Ё-моё, уже Гашенко, что, кушать нечего, что ли? Ну, потому что Леся будет готовить шубу, я Оливье, мы так договорились. Ай, блин. Ну, слава богу. Блин. Что? Майонез там забыла заправить. Леша, пока твоя мама соберется, ты уже в 4-й класс пойдешь. Пап, я уже в 4-м классе. Серьезно? Да. Тогда мы с мамой к тебе на выпускной придем. Ага, и то опоздаем. Так. Все, готово? Ой, держи. Сейчас одеваю вот курточку и идем. Все. Давай, Викусь, быстрее. Опаздываем, реально. Да я спешу, ты что, не видишь? Секундочку. Давай, быстрее. Что? Блин. Что такое? Молнию заело. Моё, на, держи. Сейчас я тебя починю. Сейчас. Ай, ты что, не можешь аккуратнее? Молодец, вообще сломал. Да блин, ничего страшного, новую оденешь, ну. Я бы одела новую, если бы у меня была новая, но ты мне не купил новую, поэтому я поеду в этой, которая не застегивается. Зато она на синтепоне. Все. Снимешь через голову у Гашенко, не первый раз уже. Все взяли, Оливье взяли. Где Оливье? Я тебе только что ты дала чё? Оливье. Да мам, никакого... пап, Оливье у меня. Какой ты невнимательный, Саша. Хорошо, всё, Оливье вино есть. Взяли? Вино, да, вино взяли. Так, это... Вот, может, мандаринки возьмем, а? Вика! Хорошо. Подарок сыну Гашенко. Блин, где он лежит? Я тебя попросила его купить.
Вино подарим, все. Вино ребенку? На вырос ему будет, нормально, все. Все, пошли. Кто там? Ё-моё. Здорово, соседи, с наступающим. Привет, Егорушка. Привет. Слышите, соль есть? Нет у нас соли. Как же нету? Я же всегда у вас брал. Все, ты у нас всю забрал. Нет соли, все. Да есть соль, я сейчас принесу, подожди. Не надо, Вика. Нет у нас соли. Есть, там, возьми. Ой, ты в тапочках, пройдись. На кухне, да? Да. Ты я быстро, быстро, давай. Быстро. Давай. На какой полке? Полочка, прямо напротив лица. У тебя напротив пупа. А еще я... зеленый горошек у вас тут тоже? Так, Егор, выходи уже. Я возьму зеленый горошек, можно? Да бери уже, только выходи давай быстрее. Грибочки вкусные. Егор, хватит жрать! Все. Только это, соли я так и не нашел. Я же тебе сказал, нету у нас соли. Вот соседей Бог послал, а? Даже с соли не допросишься. С Новым годом! Все, Егор, давай! Тебя с Новым годом! И тебя! Сейчас. Ну давай быстрее уже! Алло, да, такси, да, вызывали. Сейчас мы выходим уже. Что, час ждете? А сколько у вас простой стоит? Что-то плохо, плохо, прям, слушай, Викусь, а дай мне свой телефон, я другое такси вызову. Блин! Что? Телефон забыла! Ё-моё, Вика! Куда ты его положил? Да откуда я знаю, где твой телефон? Ну, я тебя попросила его зарядить. Чё ты стоишь, набирай меня. Ай, как ты там у меня записано-то, господи. Всё, набираю. О, тихо. Кошмар. Саша! Он в сумке! Да, что, не мог посмотреть? Я боялся, мало ли, вдруг это не телефон жужжит. Ладно. Все, готовы? Сейчас вот обуюсь и пойду. Давай, обувайся. Так, все. Блин! Что такое? Молния застряла! Ай, ё-моё, давай я тебе помогу. Спасибо, ты мне уже с курточкой помог. Вообще сломала. Ничего страшного, так пойдешь, господи. На, шапку одевай, все, выходим. Мне кажется, у него температура. Да какая температура? Малый полтора часа одетый стоит, упрел уже, все, выходим. Наконец. Я так и знал, что вы еще не ушли. Егор, может, ты здесь будешь Новый год отмечать? Хм, заметят они, я предложил. Егор! Что тебе надо? Что мне надо? А, да, это... табуретку не дадите? Нет у нас табуреток. Как? Я же всегда у вас брал. Вот ты у нас все табуретки забрал. Нет табуреток. Саша, ну табуретка же под... Вика, нет табуретки. Нет у нас табуретки. Что непонятного? Табуреток нету. Вообще нету? Ни одной. Жаль. Ну тогда я этот стульчик возьму. Егор, ну... С наступающим. С наступающим. Все взяли? Так, все, идем. Да, собрали. Все, выходим, давайте. Давай, малыш. Блин. Шо опять? Что? Писать хочет. Давай, раздевайся. Давай, сыночек. Да надо, не раздевайся. Тебе же... Лешенька, нижний... ты весь в маму. Ой, Саша, ладно. Алло, да, Жек. Да, Жень, а вот сейчас мы подъехали уже. Вот с такси выходим. Вот, дверь закрыл, да. Ага, все, давайте, да, ждите. Давай, обувайся, сыночек. Саша! Что? Ты что, здесь в обуви ходил? И что? Я же попросила не ходить в обуви. Я тут все протерла. Хорошо, протру. Еще разочек. Ничего да страшного. Не надо ничего протирать. Все, Вика, хорош. Саша, если мы проведем Новый год как свиньи, то весь год будем как в свинарнике. Так, тихо, все, стоп. Обувайся. Сейчас я тебя... Вот. Че так долго? Давай быстрее. Все, убрал. Все, выходим. Все, выходим. Блин. Телефон забыла. Ё-моё. Да ладно, сейчас. Стой.
На. Спасибо. Все? Все. Наконец-то. Можем идти. Че ты стоишь? Слушай, я тоже в туалет сгоняю. Саша, а говорил, что сын весь в мать. Да, Лесенька. Да, оливье я сделала. Нет, мы еще дома. Кто тебе сказал? Саша! Саша полчаса в туалете сидит. Все, все, едем, давай. Саш! Иду, 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 иду. Ай, елки. Алло, да, Жек. Да, 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 Женька. Да, вот возле этого подъезда вашего стоим. Скажи код от домофона. А, ты в курсе, что мы еще не вышли? Ну, это, выходим, Жек, выходим уже, да, все, ага, хорошо, давай. Все? Да. Дай, да. Кто там? Открывайте, это Дедушка Мороз! Ура, Дед Мороз! Леша, Егор, что ты хочешь? Сань, ну давай меняться, ты мне соль, а я тебе табуретку. Не надо там ни соль, ни табуретка, все, до свидания. Вот соседи. Все? Все, идем, пока он ушел. Идемте быстрее. Давай, Лешенька, давай, побежали, побежали, побежали. Блин, это я из-за вас забыл воду выключить. А я тебе говорила, что мы что-нибудь да забудем. Да не, нормально все, показалось. Все, все. Теперь все собраны, да? Да. Шапки есть, все пописали, подракали, да. Взяли да. Еду, вино, все, пошли. Я что хотел? Так, Егор, пошел ты в задницу! Ах, вот так, значит, Саша, да? Я, значит, тебе хотел долг отдать. Ну, ладно. А, подожди, Егор, это... Все, я уже обиделся. Блин. Егор! Ура, Новый год! Новый год. Вика, вот ты мне объясни, как так получается, что третий год подряд мы Новый год встречаем в коридоре? Зато всей семьей да. Вместе. Гостяки! Вас пока дождешься, проще к вам прийти, да, честное как... слово. А как вы к нам так быстро? А сколько тут от соседнего подъезда идти-то? Заходите, да, Гашенки, не разувайтесь, можно в обуви. О, давай, Саш, вот где гулянка, я со своей табуреточкой. Давай, заходи. Да, 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 да. Так, 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 так. Ну давайте, давай, давайте. Быстрее, ну часы бьют, ну. Давай. О. Ой. Разжитие. Ну, за хороших соседей. Это за любовь. За дружбу. За семью. Зашибись в гости сходить. Ну почему? Ну почему? Ну почему? Противозачаточные! Так, что? За что? Я не понимаю. За что? Он что, тебя ударил? А, скотина такая! Ничего, ничего! Мы его по судам затаскаем! Нет, не ударил! Пока! Ну, когда узнает! А, понятно! Ну, во-первых, не факт, что узнает! Он мой Сашка, живет в счастливом неведении и доволен! А во-вторых... Ой, ну с кем не бывает. Вика, ты правда так думаешь? Конечно. Измена это не самое страшное. Вот я помню. У меня 2 гривен на маршрутку на проезд не хватало. А у него в Таврии печка. И ты знаешь, вот как-то так хорошо стало на душе. Тепло. Душа прям развернулась! Вика, ну при чем здесь это? Боже, Вика, ну я боюсь! А
ты не бойся! Не бойся, ты чего? Я с тобой. Я ж твоя подруга. Да я в крайнем случае своим телом прикрою твое. Ну, насколько хватит моего тела. Вика, я ему не изменяла. Нет? Нет. А что тогда? А он тебе изменил? Тогда мы у него вот эту хату отсудим. Сколько тут квадратов? Вика, и он мне не изменял. А что я вообще-то пришла, я не понимаю. Я... Не бойся. Не бойся, ты помни главное. Мы с тобой подруги, слышишь? Подруги! И я никогда, никогда тебя не брошу, поняла? Я разбила машину! Извини, подруга, это без меня. Вика, Вика, пожалуйста, останься, Вика! Не-не-не-не-не, мы не договаривались, я не хочу лечь вот тут рядом с тобой. Я думала так, сходила разочек налево, ну, может, второй, ну, может, третий, но разбила машину, нет, спасибо, это без меня. Вика, если ты уйдешь, я расскажу Саше про Таврию и про печку. Дал же Бог подругу. Ну хорошо, хорошо, у нас все равно мало времени. Так, первым делом тебе надо принять буддизм. Зачем? Ну, когда ты знаешь, что после этой жизни есть еще одна, с этой не так сложно расстаться. Тихо! Тихо! Эх, жалко, что ты ее после 8 марта разбила. Почему? Это мог быть подарок. Вика, что ты делала? Люди подобрала! Сейчас. Оружие в доме есть? Ты думаешь, проще застрелиться? Ты что, дура? Я думала, перепрятать надо. Хотя... Да не, лучше перепрятать. Что дальше? Дальше. Когда он придет... Ты сразу говоришь, что разбила машину, а потом вдогоночку говоришь, что бросаешь его. Зачем? Ну, это такой приемчик. Как бы ты вначале говоришь плохую новость, а потом еще хуже. И про первую как бы забывается. Вот мой Сашка, например, на второй минуте расклеился. Говорит, это все лишь железяка, главное, что с тобой ничего не случилось. Ага, ага. А если не поможет? А если не поможет? Ну, тогда ты скажешь, я беременна. Только уточни, что от него. А то я не уточнила, и вот, видишь, горбинка осталась. Ну и самое главное, веди себя естественно, будто бы вообще ничего не произошло. Не прини... Это что, он, да? Он? Главное помни, естественно. Ой, мой любименький, мой мужественный муж пришел. Я тебе подарок купила, свеженький, ароматный. Достаточно. Яна, ты чё? Это, по-твоему, естественно? Я себя так веду после того, как 5-й айфон утопила. Так 5-й это же старье. 5-й по счету, 7-й айфон. Заечка, присаживайся, мой любименький. Иду, иду, да, ну и денечек. Устал, да? Ой, да. Я помогу. Сейчас принесу твои любимые тапочки. Подожди, а где твой пес, который только и умеет, что приносить тапочки и гадить на ковер? Я его отправила в питомник. В питомник? Ты же его так любишь. Это был самообман. Ты знаешь, я подумала, что не нужно, чтобы в доме что-то раздражало моего любимого мужа. Ну да. Ты кто? Егорушка, это ты! А я тут мимо проползала! Лифт не работает! Так я подумала на метро. Да. Ну, да. Как дела? Как настроение? Как на работе? Говёно на работе. Из-за этого снегопада пришлось ехать на метро. Опоздал на 3 встречи сегодня, а там эти
поставщики, ну... Я тебе говорю, вот смотрю на него, а он на меня смотрит своими тупыми глазами, клипает. А мне вот так и хочется взять его за харю и об стенку. На тебе, на тебе, на тебе. Ой, пошла-ка я домой, у меня, по-моему, утюг горит. Вика, подожди, приходите сегодня Саше вечером на ужин. Да, водочки выпьем, ну. А у нас сегодня не получится, а вот дней через 9. Наверное, зайдем, вот как раз и выпьем. Давай. Счастливо оставаться. Привет, да. Саньку, а? Ну, иди ко мне. Иди, иди, иди. Ну что, детка, рассказывай, как денек прошел. Прошел. Так устала, так устала. Никуда не ездила. Давай спать. 6 часов вечера. Ну, я же говорю, что так устала, так устала. Давай спать. Подожди, ты же сказала, что никуда не ездила. Так я никуда не ездила. Я по дому так намоталась, так намоталась. Давай спать. Ян, что-то случилось? Ты меня любишь? Нет. Не любишь? Люблю, но нет, Яна. Да. Нет. Да. Опять? Да. Третий раз за неделю? Да. Сильно? Я не смотрела. Значит, сильно. Да ладно, хрен с ней. Как? Ну, она же застрахована. Теперь это проблемы не наши, а страховой. Правильно? Наверное. Что за наверное? Ты же застраховала машину вчера, как я тебя просил. Ну, ты знаешь, я хотела застраховать, а потом вчера поехала, а ноготь сломала. Заехала в салон, хотела сделать маникюр, но думаю, ну еще и педикюр сделаю. Потом мне сделали масочку и массажик, и страховую я не успела почему-то. Да черт с ней, с твоей Хондой. Починим ее и продадим к чертовой матери. Не фартовая она. Ой. А если не фартовая я, меня тоже продадим? Что ты такое говоришь, глупышка? Не фартовая. Яна, нет. Да. Яна, скажи, что ты шутишь? Ты трогала мой бумер? Я разбила твою машину, я от тебя ухожу. Да вали на все 4 стороны, мой X5! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сколько ж тюнинга втюхано, ёк-ма! Ты зачем ее брала? Ты что, не видела, что за окном творится, а? Там же снегопад, люди нормально оставили машину под домом. Ну вот куда тебе надо было ехать, а? Страховать Хонду. Сильно? Я побоялась смотреть. А домой ты возвращаться не побоялась? А не кричи на меня, пожалуйста. А между прочим, Викин Саша сказал, что это всего лишь железяка, что главное, что с ней ничего не произошло. Так у них москвич 412-й. Это реально железяка. А то, что с ней ничего не произошло, это чудо чудесное. Куда? В багажник. Ну, хоть не ты виновата. Я. Яна, в стандартной ситуации, кто сзади, тот и виноват. Там не совсем стандартная ситуация. Что значит не совсем стандартная? Яна, ты что, хочешь сказать, что ты и вперед ее бахнула? Угу. Блин, Яна, вот только ты можешь за один день бахнуть бумер и вперед, и взад. Не, взад только бумер бахнула, а вперед в Хонде. Так, подожди, ты что, бумером в Хонду укатила? Нет, сначала было наоборот. Давай с самого начала по порядку.
Значит так, я не могла выехать из сугроба Хондой. Логично. Взяла твой бумер. Нелогично, ну ладно. Пристегнула трос к Хонде. Так. Вытащила ее из сугроба. И тут... И что тут? И тут позвонила Вика. Я с ней заболталась. Короче, я забыла, что у меня там трос прикреплен. И узнала только тогда, когда мне Хонда въехала, перед тем, как я остановилась, перешла к Баума. Стоять! Где сейчас машины? На месте там остались. То есть ты еще свалила с места ДТП, да? Я просто так испугалась, мне так страшно стало. Раньше я только одну из наших машин била. Давай скажем, что их украли. Давай сюда права. Права. Но я больше так не буду, правда. Яна, я уже слышал это много раз. И на парковке супермаркета, и в яме на СТО, и даже в подземном переходе. Яна, давай сюда права. А когда я сбила полицейского, ты сказал, что правильно, не надо останавливать Хонду с буковкой У. Яна, у тебя вообще чувство юмора есть? Я шутил. Ну, пожалуйста. Давай сюда права. Давай быстро. Мне это все надоело. Все, все, на этом все. Ой. Это что сейчас был за... Ой. Это были твои права. Подожди. Ты сказала, что ты затормозила возле шлагбаума. Но я когда заходил во двор, там не было машин. Ты перед каким шлагбаумом затормозила? Ту-ту! А теперь внимание. Самый главный вопрос. Ты затормозила перед шлагбаумом или после? Между. То есть... Что? Чай, кофе, ремень, секс, таблетки, что? Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Убить тебя. Я хочу тебя убить. Я голыми руками... Я беременна! Наконец-то, Янка! Ты сейчас серьезно беременна? Нет, это мне Вика сказала, чтобы я сказала, когда ты меня будешь убивать. Ой. Это вот... Все, что осталось от вашей машины. Может быть, оставите на память? На памятник. Вам обоим. Надо говорить обеим. Ты меня... Да, времена идут, ничего не меняется. Как только Новый год, так сразу бандиты в Деда Мороза одеваются. Я не бандит. Я настоящий Дед Мороз, можно сказать. Да, у меня полный изолятор таких, как ты, настоящих. Один сутенер... Два карманника и наркодилер. Вы не понимаете, я уже 20 лет работаю по вызовам. Матерого, значит, деда взяли. Ты посмотри, борода из ваты, 30 заявлений, все на тебя. Я не понимаю, как ты это мог натворить. Я же не один был, со Снегурочкой. Банда, значит. Ладно, посмотрим на твою подельницу. Введите подозреваемую. Это что? Это моя Снегурочка, Вася. Так, лейтенант, почему подозреваемая одна по отделению ходит? Я здесь. Лейтенант, что с тобой? Просто он приехал, нас
задержание. И Снегурочку не увидел. Только меня. И сказал, я с вашей Снегурочкой сзади поеду в бобике. Не напоминайте! Ладно, садитесь. Будем разбираться. Объясните вообще, кто это такой? Почему он так странно одет? Ой, а понимаете, моя напарница, Светочка, заболела. Ну, а мы заказы принимаем заранее. Ну, вот я и попросил кума своего, Васю, помочь. Ну, а он не мог Дедом Морозом, а вы Снегурочкой. Ну, о чем вы говорите? Дед Мороз же ведет праздник. У меня эти стишки и все песенки на подкорке отложены. А Снегурочке нужно просто сидеть и улыбаться. Натворили вы делов, натворили. Вот, первое заявление от родителей, чей мальчик стоял на табуретке 4 часа. Сейчас с этим бедным мальчуганом работает психолог. Что вы с ним сделали? Я просто попросил мальчика встать на табуреточку и рассказать стихотворение. А мальчик вредный оказался, стал бегать, прыгать вокруг. И? Ну, а потом попросила Снегурочка. Как? На табуретку. Девочка Снегурочка в тельме сидит, ладно, фигурочка ласково глядит. Лейтенант, вы что делаете? Его стихи успокаивают. Это я в бобике понял. Да, Вася очень любит стихи. Он вообще добрый был до тюрьмы. Давайте дальше разбираться. Вот следующее заявление. Женщина утверждает, что вы угрожали ее супругу. Не было такого, она ошиблась. Просто нужно было прийти и поздравить взрослого альпиниста. Ну, а мужчина встал на табуретку, стал стихи рассказывать. Подождите, взрослый мужик рассказывал стишок с табуретки? Ну, вы бы отказали такой Снегурочке. Ну, да. Ну, вот, стоит он на табуретке, значит, Вася ему протягивает подарок, веревку. Ну, вот в такой позе нас жена и застала. Понимаете? Что у вас с битой произошло? Ай, да мальчик увлекается бейсболом. И просто нужно было подарить биту. Я согласен, здесь мой косяк. Снегурочка зашла в квартиру первая с подарком наперевес. Ну и они как в чем были, так из дома и повыскакивали. Через окно. Слава Богу, первый этаж. Мы их по всему району собирали. Объясните мне, как у вас оказалось 3 мешка с подарками? Это мы просто в лифте ехали с 2 другими Дедушками Морозами. И Вася с ними просто поздоровался. Привет, конкуренты. Вот так у нас оказалось 3 мешка. А в лифте калюжа. 2 калюжи. Что? 3 калюжи. Ну, а вот, объясните мне, как мужчина после вашего визита оказался в травматологии? Он сам виноват. В заявке было написано, чтобы Снегурочка обязательно сидела у него на коленках. Желание клиента для нас. Закон. Вот ножки и не выдержали. Подожди, ну кто может захотеть усадить такую Снегурочку себе на коленки? Ну, в объявлении-то фотография Светочки. А, ну, такую Снегурочку я бы тоже себе на коленки усадил. Обожание клиента! Закон! Девочка, Снегурочка в тереме сидит. Ладная фигурочка. Ладная фигурочка. Ласково глядит. Ласково глядит. Фух, действительно успокаивает. А что у вас произошло в садике? Сначала было все нормально. Дети Васю не боялись, только взрослые. Затем мы начали водить хоровод. Ну, знаете, маленькой елочке холодной зимой. И вот как только мы сошлись в круг, Вася чихнул. И что?
Мы до сих пор не всех детей нашли. А с воспитательницей что? Ну, поймите, Вася тоже человек. Ну, захотел он по маленькой нужде. И он решил, что раз он Снегурочка, значит, ему в женский надо. Ну, пошел он. А воспитательница, видимо, тоже захотела. Ну... И? Увидела, как писают Снегурочки, и упала в обморок. Так, ладно, с утренниками понятно. В обед у вас что произошло? В обед Вася сказал, что он так проголодался, что сейчас бы съел оленя. Ну, это он образно. Я тоже так думал. И мы пошли... В столовку. Вот Вася это так назвал. Но мы пошли в зоопарк. И? Вася сказал, Вася сделал. Овца! Будь здоров, Васенька. Да блин, куда уж здоровее. А вот, удостоверение министерства, откуда оно у вас? Мы пришли в дом к министру поздравлять его. Ну, а Вася увидел обстановку, ему понравилось. И он просто спросил, как можно было это все купить на зарплату министра. И что сделал министр? Сначала испортил дорогой ковер. А потом? А потом переписал на Васю 3 завода, отдал удостоверение и с криком «Это все ваше!» выбежал по традиции в окно. Традиция. 30 заявлений, у всех один финал. В окно. Да. Ну, у кого Новый год, а у кого дежурство? Да откуда я начальству сейчас аниматоров возьму? Тем более Белоснежку и гномика. Хотя... Я бабу грати больше не буду. Ладно. Будет вам гномик. В общем так, артисты, сейчас вас отвезут, отыграете и обратно. А может мы это, отыграем, и вы нас отпустите? Отвечаю, больше не будем. Ну куда же спустить? 30 заявлений на вас. Вы, можно сказать, мой новогодний подарок. А подарунок треба заслужити. Чего? На табуретку. Что значит на табуретку? Я при исполнении, вообще-то, что вы делаете? На табуретку! Девочка, Снегурочка в тереме сидит! Лейтенант, помогай! Снегурочка, ласково, бегите! Класс! Буся, Буся, класс! Яна, зачем ты меня сюда притащила? Буся, если мы выиграем в этом конкурсе, то я тебе сделаю... Яна, если кто-то это снимет на видео, ты будешь делать всему министерству, чтобы меня не уволили. Бусь, я все умная, вот я тебе взяла очечки. Бусь, да ты сам говоришь, что я самая-самая-самая классная. И я хочу победить в этом конкурсе лучшая пара отеля. Только рот закрой, ладно? Добрый вечер, дамы и господа. Леди мэн и джентльмены. До начала наш конкурс остается пару минут. Собирайтесь, пожалуйста, это лучший парателя. Давай, давай, Викусь, погнали, Саша, поучаствуй в конкурсе. Да что ты меня вообще сюда тащишь? Что, тебе жалко со мной в конкурсе поучаствовать? А что ты своего кума сюда не взял, а? Вика, ты в своем уме? Сказали же, лучшая пара отеля. Так вы ж и есть лучшая пара отеля. Все ж бармены вас знают. Да что там бармены? Все побережье вас знает. То на пирс без трусов. Ой. То на брудершафт писаете в бассейн. То с горки спускаетесь стоя. Не надо. Я не спускался. Хватило мозгов. Поэтому ты тут, а кум твой в больнице. Ну ладно. Не хочешь участвовать, не надо. А главный приз наш конкурс — это бутылка коллекционный виски. Вот теперь понятно, что это соревнование для вас с кумом. Мне тут делать нечего. А для девушки у нас президент ночь в президентский номер.
Нет, подождите. Но мы же живем в президентском номере. То есть, если они выиграют, то мы будем жить с этими нищебродами? Яна, закрой рот. В наш отель 2 президентский номер. Нет, но они по-любому будут жить с нами, эти нищеброды. Просто помолчи. А еще у нас есть абонемент на спа-салон со всеми массажами. Саша, если мы не выиграем, я тебя убью. Скажите, а вот это вот, вот эти несчастные призы можно обменять на что-то более ценное? На бутылку рома, бутылку вискаря? Я тебя прямо сейчас убью. Ну что ж, я смотрю, что в наш конкурс принимает участие две пары. Я тебе. Иди сюда, я тебе сказала. Да что ж такое-то, ну? Еще одна пара есть. Еще одна пара есть, мы участвуем в соревновании. Женщина, отпустите меня. Ты не представляешь, от чего ты отказываешься. Я не имею права участвовать, я официант. Правильно, вот садись и будешь здесь на время соревнований меня обслуживать. Садись. Все. Ага, ну что ж, теперь, когда все собрались, мы можем начинать. Итак, все собрались. Нет, кто? Стоять! Стоять! Кума твоего отпустили! Что, без меня хотели начать, что ли? Нет. Так, Микуля, дуй к детям. Давай, чеши отсюда. Давай, дуй к детям. Сейчас мы это золото с твоим мужем будем вдвоем выигрывать. Ага. Вам, пардон, ну я... Макарёк, нельзя участвовать? Так, вы что, офигели, что ли? Второй раз меня с Олимпиадой прокинуть не получится. Я из больницы, у меня все чисто. Не, если так все серьезно, хотите я здесь анализы? Нет, не надо! Не надо, просто фам нельзя участвовать. А под нейтральным флагом можно? Нет. А у меня на трусах американский. Нет, это конкурс пары. А чем мы с кумом не пара? Мужчина и женщина. Да. Значит, вот этим нестандартным парам можно, да? Ты сейчас у меня опять в больницу вернешься. Мужчина, давайте с вами обменяемся. Сидеть. Я доплачу. Ты извини, старик, я столько не выпью. А что же это вы в наш семейный отель приехали без жены? Вы знаете, если бы он с женой приехал, то у него уже семья бы распалась. Это ж я у тебя такая, да? Хорошая, терпеливая. А Светка-то у него сразу башку снесет. А долго еще конкурс будет проходить? А то, может, она успеет приехать. А далеко ваша супруга? В Челябинске. Без меня не начинать. Я сейчас все решу. Хорошо. Ну, мы тогда будем продолжать. Будем тогда знакомиться. Давайте первая пара, пожалуйста. Здрасте. Меня зовут Яна. А это мой Пуся. Яна, не называй меня Пуся. Егор Григорьевич Крутоголов, замминистра по финансам. Закрой рот! Блин, Яна! Просто Пуся. Так, пожалуйста. Санек Витос. Ну что вы его слушаете? Меня зовут Виктория, а это мой супруг Сашка. Сколько вы уже дней у нас отдыхаете? 3. 7. Просто он помнит последние 3, когда кума в больницу забрали. Ага, да, пожалуйста. Сразу видно, знаете, что вы муж и жена. Ага. Скажите, вы женаты? Мы? Яночка, Егор, да? Я нет, Пуся, да. То есть у вас такой роман на отдыхе? Нет, у нас роман уже давно. Я год назад пришла в министерство работать, где Закрой Егор... Закрой рот. Да, да, мы женаты. Классно! Так, а как, скажите, как вы познакомились? Слышь, у тебя что, других вопросов нет? Да. Вон вам куча пар сидит, ну, к ним доколупывайся. Хорошо, пожалуйста, третья пара, хотели бы вас услышать. Меня зовут Мариночка, а его? Сейчас. Боегузов Евгений Михайлович. Откуда у вас мой паспорт? Сынок, у тети 5 браков было.
Да, вот в паспорте, кстати, указано. Вот, вот, что я женат. Я женат. Да? Да. Смотри. Раз. Все. Что вы сделали? Я освободила тебе место под измену. А вот, вот, у меня есть кольцо. Я сам. Очень интересная пара. Скажите, а как вы познакомились? Ой, вы знаете, так интересно, он спас меня от акулы. Да вы что, как это было? Да это было в столовой. Я ей посоветовал не брать акулий стейк, потому что он просроченный. Да. А она кинулась целоваться. Мой спаситель! Мой спаситель! Мой спаситель! Мой спаситель! Так и познакомились, я понял. Что ж, у нас очень интересные пары собрались, и когда все собрались... Стоять! Значит так, записывайте меня, Сергей Писаренко. И? Как ее там? Гляньте, хоть симпатичная? Нормально. Отлично. Значит, мы знакомы уже... Эх, мужчина, недавно. Вы совсем передурок! У женщины процедуры в СПА! Зачем вы украли ее из процедурочной? Слышь, это, ты не хулигань, давай, иди отсюда. Я потом выиграю и поделюсь с тобой. Какую поделюсь? Я сейчас полицию вызову. Какую полицию? Их человек 6 приедет. Так, я а тут всего на троих хватит. Я не знаю. Я собираю женщину. У нее жопка недомассажирована. Так... Без меня не начинать, я вернусь. Хорошо, мы тогда начнем первый такой конкурс совпадений. Вы будете отвечать на вопросы о своей половинке. Подождите, маленькое уточнение по поводу половинок. Просто левая или правая? А то у меня на левой там еще татуировочка не зажила. Я на сядь. Подождите, а если вы хотите на бусины булочки смотреть, то не советую, там не то, что апельсиновая корочка, там... Яна! Закрой рот. Первый вопрос, Александр, вам. Скажите, назовите любимое блюдо вашей жены. Мозги. Саш, ну какие мозги? Чё ты вообще несёшь? Так а чё ты мне 3 дня их чайной ложечкой выедаешь? Саша, да кому нужны твои проспиртованные мозги? Потому что у него любимое блюдо – это водочка. Водочка – это не блюдо, а напиток. А чё ж тогда его жрёшь каждый день? Ладно, пожалуйста, Игорь, скажите, а любимое блюдо вашей девушки? Всё, что дороже 100 баксов. А название? А название я не люблю читать. Хорошо, Яночка. А что любит ваш друг? Меня и мой... Яна! Это просто вопрос про блюдо. Да? А я просто думала, что уже к интимным темам перешли. Ой, извини. Ну хорошо, тогда меня и мой омлет. А, омлет, да, Игорь? Да. Это правда? Ее и ее омлет. Давай дальше. Хорошо, тогда мы будем, значит, продолжать. Стоять! Значит так, записывай меня. Сергей Писаренко. И как ты там мне говорила? $1. $1. Сергей Писаренко и $1. Стоять! Я тебе денег же еще не дал. Без меня не начинайте, ребятки. Хорошо, тогда продолжим. А может быть, у вас получится, Евгений? Какое любимое блюдо у вашей половинки? Да откуда я знаю? Я ее второй раз вижу. Ну, вспоминай. Вспоминай, что я хотела, когда мы с тобой познакомились, а? Я не знаю, у вас 16 тарелок в руках было. Дурачок, акула. А какое любимое блюдо у Евгения? Ой, не знаю. Но если я угадаю, с тебя что? Поцелуй. Я вообще не ем. Есть ненавижу. Я питаюсь солнцем и космической энергией. Именно это я и хотела сказать. Что ж, так получается, я хотел позже начать, но вы начали этот конкурс. У нас конкурс поцелуев. Так, шоколадка. Мы с тобой рановато пришли, пошли назад. А может, давайте по-быстрому конкурс поцелуем и по номерам, а?
Да, я полностью поддерживаю. А, давайте любой другой конкурс, я доплачу. Я перебью любую сумму, любую. Что это такое? Слушайте, присутствие женщины – это чисто формальная вещь на конкурсе, да? Нет, она должна быть полноценным участником и желательно из наш отель. Блин, а я дурак ее с другого отеля тащил, а? Пошли. Так, продолжаем. Ну что ж, у нас пока не все участники готовы, мы продолжим конкурс совпадений. Александр, какой любимый фильм вашей жены? «Свадьба». «Свадьба в Малиновке» или «Большая свадьба с Де Ниро»? Да нет, «Свадьба в гидропарке» с тетей Ирой и ста ее гостями из Фастова. Она ее 8 раз в неделю смотрит. Понятно. А что смотрит, любит смотреть Александр? То же самое. У нее просто выбора нет, у нас телевизор один. Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас, Яночка, как? У Буси любимый фильм тот, который он не может достать. Это такой редкий-редкий фильм? Да, он находится в прокуратуре, и на этом видео Буся берет какие-то деньги. Да закрой рот! Чёрный, давайте же в номера, а! Ой. Слушайте, какие-то конкурсы у вас дурацкие совершенно. Ну, откуда я знаю, какой у него любимый фильм? А мы вчера только познакомились. Ну, вот я думала, что будет конкурс на раздевание, перекатывание яиц по штанине, вот конкурс поцелуя. Вот, Вика, такой... я не понял, ты что, ей нашу свадьбу показывала? Так, все, я иду, ухожу, все. Свобода. Нет, нет, ты победил в моем личном конкурсе. Приз, ночевка у меня. Пошли. Стойте, стойте, стойте. Я согласен на конкурс поцелуев только здесь. Ну все. Сейчас мы точно будем с тобой это золото выигрывать. Буду в президентском номере через тебя виски пить. Я прошу прощения, нельзя участвовать с резиновой женщиной. Нужна настоящая у вас надувная. А это значит, настоящая сидит? У нее надута половина. А давайте так, если наш кум выиграет вместе с вот этой резиновой женщиной, то тогда приз будет безалкогольное пиво. Согласен, так и будет. Ладно, начинайте без меня, тогда пока. Так, далее у нас будет очень-очень динамический конкурс. Я попрошу вынести, пожалуйста, шарики. Шарики мы даем мужчинам. Мужчины берут шарики, кладут их себе на колени, да-да. А после этого их девушки встают и оп, шарик, лоп. Кто первый, тот и победил, понятно? Мы проиграли. Ничего страшного для вас, у вас есть запасной шарик. Ап, мы проиграли. Ты что, идиот? Это единственный конкурс, в котором я могла бы одержать победу. Это конкурс, в котором я бы мог лопнуть. Ну что, давай. Не, Викусь, в прошлый раз, когда мы на свадьбе этот конкурс делали, у нас Лёшка родился. Саш. Не-не-не-не-не, Яна, даже не начинай, ты потом меня не остановишь. Ну что ж, я понимаю, так у нас продолжают только 2 пары. Мы начинаем. Итак, 3, 4, переподготовка. Так. Слушай, я и только на лежак завалил, а там гвоздь, она как бахнет, понимаете? У вас скотч есть или клей? А шиномонтажка где здесь? Дайте я обезжирю ее. Так вы приносите, пожалуйста, покиньте территорию отель. Ладно, начинайте без меня, сволочь. Что ж, ну этот конкурс как бы сорвал нам Сереженька. Вот, но впереди у нас самый важный решающий конкурс. Это фактически суперфинал. Успела? О, тут у вас эти конкурсы выигрывают. Никто. Света из Челябинска. Привет, кума. Здорово, где мой? Так он это на пляж пошел и. Девочки, пляж у нас там.
Я проводил, все нормально. Я так понимаю. Лапуля приехала. Это приехала ваша законная. Моя любимая, родная ласточка. Здравствуй, детка. О, не в духе приехала, да? Не в настроении, лапуля. Дорога длинная, да? Да, что-то не угадал я, да? Она же у меня быстрая. Она же чемпионка по прыжкам. Ей 10 тысяч прыжков, она с Челябинска здесь, да? Судя по реакции зала, никто не против, чтобы эта пара участвовала сразу в суперфинале. Мне еще повезло. Тогда у нас последний очень важный конкурс. Пожалуйста, встаем, девушки, девушки, где встаем? Закрывают глаза мужчины, девушки шаг вперед делают. Мужчины закрывают глаза. Вот начнем мы с вас, Александр. Начнем мы с вас. Ваша задача сейчас будет, вставайте, пожалуйста, на ощупь найти именно свою дрожащую супругу. Понятно? Готовы? Начинаем. Так, это... Это моя, давай дальше. Понял. Так, это... На тещу мою похоже. Так, это... Ой, а что это вы мне пацана подсунули сюда какого-то? Подстава, да, я понял. Так... Вы сделали свой выбор? Подождите, не спешите, это же решающий конкурс. Ты, Габель! Вот моя, вот это, точно. Александр угадал! Подожди, подожди, я не понял, что сейчас произошло? Ты мою тёлку лапал, что ли? Я тебя сейчас угадаю! Спокойно. Оп-оп-оп, братан. А ты чё? Груди ему подставляешь? Я тебя сейчас... Как задушу! Забери свою мартышку! Все. Конкурс поцелуем начался! Конкурс поцелуем! Все, Викусь, нормально! Мы выигрываем! Проституткой своей будешь выигрывать, понял? Это не моя. Все, не дотерплю. Вик! До президентского! Пошли умой! Помогите! Пошли умой! Никто не поможет! Никто! Получается, вы остались у нас единственные участники в финале. Ну что? Доволен? Знаешь, а я знал, что мы выиграем это золото. Перейдем к конкурсу поцелуев. Нет, Свет, ну тебе же надо принять душ. Ты же из... С пробежки? Нет, с Челябинска. А вот как раз вы можете получить абонемини-мини-мини-мини в СПА, там, подарочный сертификат на чего, президентский номер. Ну чё, ты куда? Я в Челябинск.